Творческая студия «Оазис» представляет вашему вниманию постановку «В гостях у деда Щукаря». Дед Щукарь – один из главных героев романа Михаила Александровича Шолохова «Поднятая целина». Его образ часто используют в театральных постановках, которые отражают казачий быт. Юмор просто по пятам следует за дедом Щукарем. Небывальщинами старик пытается приукрасить свою жизнь, иногда же просто разрядить обстановку и привлечь внимание соседей. Несмотря ни на что, Щукаря любят все. Своими шутками и балагурством он сглаживает тяжелые будни хуторян, вселяет в них надежду и веру в светлое будущее. В его простых россказнях просвечивает мудрость и наблюдательность. Деду Щукарю установлен памятник на набережной Ростова-на-Дону. На дворе сыро, а у меня-то в избе тепло. Печка топится, жду гостей. Добрый день, дедушка Щукарь. Милости прошу, гость, дорогая, мой курень. А я к тебе с подарком пришла. Вот тебе подкова на счастье. Ух ты, вот уважила. Ну, спасибочки, повешу на самое видное место в курении. Подкова для коня очень важна. У нас заведено, самый главный помощник – это конь. Казак без коня, что солдат без ружья. Ты, дедушка, прямо пословицами говоришь. А как же, на Дону пословица не даром молвится. А ты пословицу знаешь? Конечно, дедушка. Коняк с конем и ночью, и днем. Солнце землю согревает, донская песня душу утешает. Молодец! А раз такую замечательную пословицу знаешь, запевай нашу любимую. С деревца на деревце страх на травку прилетает, и медок добывает. Кто это? Челочка золотая, что же ты жужжишь? Челочка золотая, что же ты жужжишь, жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Ох, и лихо у нас получается казачьи песни слушать, словно мед ложкой кушать. Здорово, дневали хозяев. Шла по станице мимо вашего куреня. Услыхала такое веселье, что ноги сами сюда привели. Что делаете? О чем гутарите? Ой, дедушка Щукарь, расскажи историю про себя. Расскажи, расскажи. Как ты на бригаду кошеварил? Я тоже послушаю. Замечательная история была. Ну так что ж хорошую историю мне рассказать, коль слушатель есть. Было это в один теплый летний день. До этого я кашу пересолил. Бригада разобиделась. Тут я у соседа кур просил. Водицы в озерце набрал. Да лапшицы им знатной наварил. Все кушали, за ушами кричала. Верно гутарю. Да, так и было. Все кричали: здорово, вкусно, молодец, Щукарь. Ну вот, чего зубоскалишь? Даже бригадир гутарил, что в жизни не ел такого бондера. И благодарность от всей бригады. И котел быстренько опорожнили. Самые проворные уже начали доставать с одногущие куски мяса. В этот-то момент случилось то, что навек испортило поварскую карьеру Щукаря. Любишкин вытащил кусочек мяса, понес его было ко рту, но вдруг отшатнулся и побледнел. Да как заверещит! Это что такое? А я ему гутарю. Должно быть крылышко. Крылышко? А Матрёна и гутарит. Ох, матушки мои, да на ней когти! Ну, а я ей повылазила тебе, окаянная. Откуда на крыле когти? Так все и зашумели. Братцы, а ведь мы лягушку съели. Лягушку? А они что? Бригадир кричит. От кей могла лягушка в котел попасть. А Матрёна, да ведь он воду в пруду черпал, значит, не доглядел. Поднялся великий шум. Бабы дружно тянулись руками к Щукаревой бороде, а Щукариха уговаривает. Эх, конечно, я ему гутарю. Холоньте дрожки, это не лягушка. Истинный Христос не лягушка. Это одна видимость вам, это вам видение. Вы того не понимаете, что это не простая лягушка, а устрица. Кто-кто? Устрица русским языком, говорю. Лягушка мразь, а в устрице благородные кровя. Мой родной кум при старом режиме у самого генерала Филимонова в денщиках служил. И рассказывал, что генерал их даже натощак сотнями заглатывал. В устрице еще из ракушки не вылупится, а он же ее отель вилочкой позывает. Проткнет насквозь, и аж их нету. Генералы одобряли, и я, может, нарочно для навару вам, дуракам, положила. Ее для вкусу. Но тут бригадир как завопит. Генералы для навару? Я красный партизан, а ты меня лягушатиной, как какого-нибудь генерала кормить? Но мне показалось, что в руках у бригадира нож, и я со всех ног, не оглядываясь, ретировался.
Ничем вам пошиваться, бригадир, и закончилось. Ладно, хорошо у вас тут, но позади трудовой день. И сено скосили, и стога сметали, и по ягоды грибы в лес сходили, и рыбу успели наловить. А у тебя все ли убрано с огорода? Аленка, ну-ка, сможешь угадать, что я сегодня собрал? Ребята, поможете загадки отгадать? Под кустом махнешь немножко, выглянет на свет. Молодцы, ребята. Молодцы. Да под булках за веревку можно вытащить морковку. Молодцы. Не пугайтесь, если вдруг слез лить заставит лук. Молодцы. Разве в огороде пусто, если там растет капуста? Какие сложные загадки отгадать. Круглый бок, желтый бок, сидит в грядке колобок. Врозь в землю крепко. Что же это? Крепко. Молодцы, ребята. Золотая голова, велика и тяжела. Золотая голова, отдохнуть прилегла. Голова велика, только шея тонка. Что это? Ты. Молодцы, тыква, правильно. Слушайте внимательней. Раскололся тесный домик на две половинки. И посыпались оттуда бусинки дробинки. Что это? Арбуз. Я знаю. Давай. Огород, наверное. Правильно, Гудай, молодец. В огороде стоит, ничего не говорит. Сам не берет, и ворону не дают. Что это? Пугало. Молодцы, ребята. Пугало ты тоже с огорода собрал? Добрый урожай. Ох, лады, отдохнули, нужно дальше дела справлять. Пошли, Аленка. Прощай, Щукарь! И вам не хворать, гости дорогие! Пока, дедушка! Пока, Алена! Настал момент прощания. Будет краткая наша речь. Говорим мы до свидания, до счастливых новых встреч. Был Фанчук Арсения, была сам деда Щукаря, была Фомина Ольга, и голосом Алёнки была Бальдина Дина.